Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Серебряный волк». Шпионский триллер «Серебряный волк» не переносит зрителя в советское прошлое. Сюжет крутится вокруг настоящего. Переплетение прошлого с сегодняшним днем всегда интригует и завораживает. Именно такой посыл имеет картина. Что будет, когда столкнутся два специалиста своего дела из разных эпох? Возрастной и умный Волков и молодой смышленый Каморин еще не знают, что вместе смогут совершать невозможное. На данный момент нет подтвержденной информации о том, что Первый канал заказал продолжение детективного сериала «Серебряный волк». Известно, что режиссер картины в ближайшее время будет задействован в другом проекте, так же как и актеры, сыгравшие в сериале главные роли. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу? Или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях.